Дорога на улице Советской длиной всего 1,3 километра. Притом назвать это дорогой язык не повернется. Здесь просто земля, по которой ездят автомобили и ходят люди. Старожилы говорят, что здесь никогда не было ремонта. Анатолий Сергеевич – ветеран войны. В этом году ему исполнится 91 год. И по этой дороге он ходит постоянно. Мы ходим потихоньку. Куда же деваться-то? Мы с радостью прошли, весь асфальт был. А то вот идешь и ковыляешь. Это невозможно. И внимания никто не обращает на нас. На улице Советской 76 домов. Здесь живут как молодые семьи, так и пенсионеры. Однако жизнью улица не дышит, а наоборот задыхается. Ухабы, кочки и всюду торчащие камни. Целостность дороги хоть как-то пытаются поддерживать местные жители. Своими силами пытаемся как-то делать, но после дождя оно все вымывает. Понимаете, песок, там щебень, все. Остается ухабы. Здесь еще более-менее, а дальше там вообще невозможно ни проехать, ни пройти. Щебенка, каменные блоки и куски металла – все это стало основой несуществующей дороги. Машины проезжают здесь не так часто, как по главным улицам города, но дорожное полотно разбивается быстрее. А службы города и вовсе отказываются ездить сюда. Такси практически не ездит в поселок Онищево, если узнают, что улица Советская. Автомобили так же само и вязнут, и пройти не могут, особенно со стороны памятника. С той стороны вообще проехать невозможно. Местные жители уже не раз обращались в различные инстанции. Писали в дирекцию благоустройства города, в администрацию и в управление. Везде разные ответы, которые поражают своей противоречивостью. На некоторых страницах скопившихся писем можно встретить как и отказ на строительство дороги, так и наоборот. Одновременно сообщаем, как временная мера мероприятия по выравниванию профиля участка автодороги по улице Советской, поселок Онищево, использованием асфальтно-бетонного гранулята, включены в план работы на текущий год. Вот обещание есть, а дороги нет. По словам местных жителей, подобный ответ они получили в 2016 и в 2017 годах. И, естественно, слова эти делами никак не подкрепляются. А на дороге по-прежнему кочки и ухабы, которые увеличиваются день ото дня. Что примечательно, улица Советская находится в нескольких километрах от УКБ. А с обоих концов улица заканчивается асфальтированной дорогой. Почему не покрыли асфальтом этот участок, местным жителям непонятно. Кажется, что про них просто забыли. Отсутствие дороги, по которой опасно ездить автомобилем. Столбы линии электропередач настолько старые, что от сильного порыва ветра с них срывают провода. Так и живут люди на улице Советской. Наш телеканал отправил запрос в городскую администрацию. В скором времени мы вновь вернемся к этой теме. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».